Отже, сьогодні до нашої студії завітали Валерія Мезенцева і Аліна Кучма, скаут-лідери Миколаївського обласного осередку Національної організації скаутів України. Доброго ранку, вітаю вас у нашій студії. Отже, сьогодні дівчата ці сміливі просто розкажуть і, я думаю, щось покажуть нам. І про правила підкорення гір, вершин України. Так, починаємо. Так, яку гору підкорили перше? Ми підкорили Говерлу. Ну, як і наша журналістка. Так, отже, коли це, як це було? Це було влітку, ми зібралися, у нас був великий автобус, тобто всі скаути Миколаївської області зібралися та вирушили у чудову подорож. Ну, вообще, я думаю, первое, что нужно знать начинающему туристу, это как нужно правильно собрать рюкзак, вообще, что нужно туда положить, что с тобой взять, и как разместить. Правильно его, да, упаковать, утрамбовать. Утрамбовать, это правильное слово, да, сейчас не буду. Первое, что нужно положить вниз рюкзака, это спальник, потом... Самое тяжелое должно находиться на уровне вашей спины, потому что когда вы будете подниматься на гору, так будет легче дышать. И ну, как бы, тяжесть не должна удаляться от центр тяжести не должен удаляться от спины. Ну, потом положить наверх самое нужное, то есть какие-то там дождевик, какие-то мыльные принадлежности. Кстати, не советуем брать гели для душа, огромные шампуни, такие. Да, хватит кусочка мыла, там зубной пасты на всех, можно даже всех, абсолютно, да, потому купить. Что, ну, как бы, шматочка мыла, мне кажется, люди сейчас сидят, как это можно, а как же пинка, где шампунь, где мыло, где еще что-то, это мне нравится. Это лишний груз, поэтому лучше ограничиться, да, кусочком мыла. Да, нужно решить, что же ты возьмешь, потому что девушки обычно берут кучу чемоданов. Одень что чемодан, взять, косметичку. Да, какую одежду взять? Ну, прежде всего, нужно взять теплую одежду, потому что погода очень переменчивая, ты не знаешь, что произойдет завтра, и как бы прогноз погоды не всегда он вероятен, ну, предсказуем. Да, сначала поднимаешься очень сильно жарко, то есть нужно обязательно взять какую-то кепку, очки, обязательно солнцезащитные, да. А когда поднимаешься уже на вершину, очень холодно. Меняется, ну, то давление. Есть, да, меняется и погода, и давление, и, ну, поэтому как бы нужно брать разные вещи, но тоже не слишком много. Там достаточно пару футболок и какой-то теплый. И очень удобную, потому что и обувь, и одежду, пока поднимаешься наверх, покоряешь вершину, очень тяжело, ноги устают в особенности, поэтому нужно, если ты купил новую обувь, сначала опробуй ее, а потом уже иди. Початку дай маме разносить, да. Хоть и сам взывать. Да, обувь это самое главное, потому что если ты натрешь себе ноги, пока поднимаешься на гору, то это, ну, это будет просто печаль, беда в оставшиеся дни похода. Девчата так рассказывали, иначе и действительно с таким зиштовхнулись, а просто еще такие беды были. У нас просто так получилось, что внезапно пошел дождь. Ну, лично у меня были новые кроссовки, я натерла ужасно, они промокли, у меня не было запасных носков, запасные носки, это очень важно, теплое, ну, переобуться. Наша журналистка как раз так себе сказала, что шкарпетки николи займами не будут. Но еще не нужно одевать много одежды, вот если ты промок, то ты еще сверху одеваешь, наоборот, все промокает, ты замерзаешь. Когда вот, вот был дождь, я тоже надела на себя, было очень холодно, я думаю, надену всю теплую одежду, чтобы не замерзнуть, в итоге она вся промокла, и я потом пожалела, потому что негде было ее высушить, потому что погода была, как бы, в оставшиеся дни тоже не очень. И, в общем, я спасалась только спальником, одеяльцами и все такое. Поэтому, да, важно ну, не надевать на себя вот всю-всю-всю одежду, потому что даже когда ты будешь идти, тебе все равно будет жарко, потому что в движении как бы холодно не бывает, и если на тебе вся одежда, ну, как бы это не очень хорошо. Нужно оставить что-то теплое на потом. Тобто одразу все на себе не вдягай того, що буде потім ще гірше. Я ось думаю, що нашим глядачам просто цікаво, що лежить у нас ось там і стоїть. Так, значит, розказуйте. Начнем з каремата. Це взагалі дуже важлива річ, тому що ми із-за того, що у нас є каремат, ми не замерзаємо, тобто ми не спимо на полу, у нас не замерзає спина. Тобто зараз про правила того, як спати і як що з собою взяти, щоб не замерзнути, коли настає ніч і коли на відпочинок. Ну, для початку треба би розібрати палатку. Так, да, розібрати палатку, але для того, щоб розібрати палатку, потрібно знайти підходяще місце. У нас був випадок, коли ми попросили парня поставити палатку, він поставив на якомусь бугорці, і ночі пішов ужасний дощ, і ми всі промокли, тому що палатка вся затекла водою. Да. Да, і ми спали всі в серединці, ось так, скукожившись, тому що по кр
краям была куча воды. И намокли спальники, и это было ужасно. Мы потом болели, у нас было плохое настроение из-за того, что все промокло, вещи промокли. Тобто, яку місцину краще? Рівну, без... Да, ровную, и желательно делать окопы, чтобы... Если вы посмотрели прогноз погоды, и будет дождь, то да, желательно сделать подкоп под палатку, чтобы туда стекала вода, а не в вашу палатку. И если уж так получилось, что все-таки пошел дождь, то лучше иметь какую-то накидку. Да, накрыть. На палатку. В любом случае лучше накрыть палатку чем-то, на всякий случай лучше. Да, потому что погода такая штука. Ну, в общем, разобрали вы палатку на ровном месте, сделали подкоп, если вдруг дождь, и потом... Затем стелим. Стелите карематы. Тобто сам спальник, він не допоможе. Поможет. Ну, якщо без каремат. Без каремат. Просто неудобно будет. Это хоть какая-то, вот, попробуйте. Тобто... Хоть какая-то толщина. Мягкий, мягенький, так. На нем просто мягче спать. Спальник, он больше защищает от холода. То есть, если вообще спальник такая вещь, она очень нужная, без спальника вообще в походе никуда, потому что нужно тоже правильно подобрать спальник. Чтобы было удобно в нем спать и в нижнем тепло, белье. Да, что если тепло. Вот вам в нижнем белье там холодно, то значит, спальник вам не подходящий. Недостаточно теплый для... Боже, які секрети. Я думала, щоб спальник хоча б, щоб повернутися, бо в мене є такий спальник, колись я теж збирала в мандрівку. І я залізла в той спальник, і знаєте, колись показували мультик, як гусеничка лізла там в поклад, то я була з тим спальником. І я думаю, чи важливо те, якого він розміру, чи повністю заповнюєш його, чи треба, щоб було ще вільне місце? Нужно, чтобы было удобно вам, комфортно. Ну, перевернуться желательно тоже. А то... Не зі спальником. Так, далі. Що у нас далі? Значить, постелили ми каремати. Затем застелили все спальниками, завесили палатку какой-то накидкой, да. И, в общем-то, все, спальное место у вас готово. Супер. А чи потрібно якесь спорядження, щоб задертися нагору? Вийдете, думаю, якісь гачки чи якісь ось палиці, як у нашої журналістки були. Вообще, когда мы на Каверу поднимались, там были разные спуски и подъемы тоже, и там есть и для новичков, то есть какой-то более упрощенный, легкий путь, не такие высокие подъемы, не резкие. Да. А для профи уже там такие прям надо снаряжение специальное. Да, то есть какую-то страховочную систему, какие-то, может быть, даже палочки, то есть... Но палочки везде пригодятся. В принципе, да, но все равно, когда ты идешь именно по легкому пути, то это не так сильно необходимо все равно. И в любом случае, и в легком, и в сложном пути нужна какая-то физическая подготовка. Нужно себя проверить сначала, перед тем, как покорять. Да, обязательно. А про подготовку? Як же ж підготуватися до того, щоб підніматися на таку гору? Стрибати там, присідати? Нет, можно пойти в тот же какой-нибудь центр скалолазания и попробовать себя со страховочными системами, вот этими всеми, попробовать просто полазить, испытать на себе вот эти ощущения подъема по горам. Конечно, это будет не так, как в реале, да, но все равно какая-то подготовка все равно есть. Побегать можно, тоже помогает. Да, потому что на дыхание очень влияет. Да, очень тяжело с дыханием. Тобто треба працювати ще над диханням, щоб там... Бо я теж багато показувала, як піднімались на гору і просто не могли піднятися через те, що важко дихати, і спускалися вже. Чи у вас були такі випадки? У нас было так, что у нас была большая группа человек, из-за того, что у каждого свой ритм, кто-то впереди, кто-то сзади, надо было всех держать вместе. Там были люди разного возраста, и поэтому тоже влияло здоровье, что некоторые останавливались. Сложность в том, что ты поднимаешься, значит, на эту Гаверлу, идешь уже очень долго, видишь вроде бы вершину, думаешь, боже, слава богу, это вершина, а тут поднимаешься, и это оказывается только хребет. И там еще до горы, до той еще идти, и хочется реально сдаться, просто вернуться обратно, потому что уже нет никаких сил, но все равно нужно дойти до конца, нужно собраться, пойти, потому что, когда ты поднимаешься на вершину, это просто такие ощущения невероятные, просто ты видишь вот этот весь простор, и это, очень-очень круто, поэтому каждому советуем. А коли важче, влітку чи взимку спідкорювати? Ось, наприклад, зараз зимові канікули у всіх будуть відпочинок, зимові свята, всі ж, я думаю, кинуться кудись їхати, кататися, там снігу повно, то...
Коли Вася? Сложнее, я думаю, все-таки зимой, потому что, во-первых, нужно еще более погода. Нужно больше снаряжения. Тоже обувь тоже сложнее подбирать, потому что нужно приходить, мерить ее с теплыми носками. Да, потому сразу что, на размер больше. На размер больше обувь брать, потому что, да, если вы возьмете свой размер и потом наденете теплые шерстяные носки там, или какие-то термоноски, термоперьет, то ну, как бы будет давить и будет неудобно. Тобто одразу мірити на дві пари. Да, дві пари скарпеток і взуття, щоб нормально. Да, і щоб ще вільне місце залишалось. Да, зимой також нужно брати більше теплої одежди, естественно, какое-то термобельё, то есть получится тяжелее рюкзак. И мы также советуем брать с собой какие-то маленькие рюкзачки, да, потому что с большим этим рюкзаком очень, очень сложно подниматься, даже по легкому пути очень сложно подняться с такой ношей, поэтому лучше его где-то оставить там, и взять какой-то маленький рюкзачок совсем необходимым. Там, туда есть на середине шляху еще залишал? Не на середине. Оставить где-то, например, если вы остановились в гостинице, то в гостинице. Если у вас есть автобус, то в автобусе. Если вы разбили лагерь какой-то, то в лагере. Ну, то есть самое необходимое. Самое необходимое – маленький рюкзачок взять. Водичку, что-то перекусить. Обязательно, потому что обязательно нужно фотографировать. Добре, давайте ще раз більш підсумуємо так трошки. Найбільші складнощі, які виникають, яких треба боятися, можливо? Ну, первое, нужно посмотреть погоду. Погода – это самое главное. Взагалі, найголовніше кожного дня. Треба подивитися погоду і не довіряти їй просто, мені здається. Да, ну вот погода, мне кажется, это самое такое важное. Обувь тоже это нужно просто очень-очень главное. Тщательно очень подготовиться к мероприятию, к которому вы идете. Да, ну путешествие это очень здорово. Ну, я думаю, еще очень важно люди, с которыми вы тоже путешествуете, да, потому что какая-то поддержка, да, моральная. Просто... Давай! Морально, мы не зайдем физично, там один из другого тащит. Не, нам треба дойти. Это тоже, да, это тоже. Ну, в общем, да, как-то так. Ну, в общем-то, как бы каких-то особых прям сложностей не было. То есть даже человек с маленькой физической подготовкой, с незнаниями там особенными может подняться на Каверлу. Просто главное – это верить в свои силы. Поставить себе цель и идти к ней. Ось так, друзі, ви почули. Поставте собі ціль і йдіть до своєї вершини. Цього разу ми йшли до Карпат. Ну, дякуємо, дівчата, вам за ваші поради. Дійсно, я думаю, наші глядачі перестануть боятися, що не так все і складно, і важко, тож можна підкорювати гори.